Приветствую вас, друзья! Сейчас я вам продемонстрирую ритуал от измен мужа. Это очень простой, но эффективный ритуал, который вы можете делать самостоятельно, причем независимо от фазы Луны и в удобное для вас время. Что нам понадобится? Купите мужу в подарок серебряное кольцо, ну или что-то типа серебряного перстня. Но прежде чем его подарить, проделайте следующие действия. Возьмите стакан чистой питьевой воды и положите туда это кольцо. И вот, держа стакан в руке, произнесите на воду этот заговор. Но не просто даже произнесите, а вложите всю энергию своего желания в эти слова. Итак, произнесите: «Вода водится, пусть твоя сила в кольце закрепится. Закрой моего милого», называете имя, «от чужого желания до тайного свидания, а мне для него вовек любимой быть, про ревность забыть истинно». И после этого воду нужно медленно выпить, вот чувствуя мощь этой стихии, как она растворяется внутри вас. А кольцо затем нужно подарить мужу. И важно, чтобы он хотя бы один раз его надел. Ну а лучше всего, чтобы он носил его регулярно. Спасибо за внимание, друзья. Подписывайтесь на мой канал. Всем желаю любви, взаимности. И до новых встреч.